Сухопутные войска Российской Федерации. Один из трех видов вооруженных сил Российской Федерации, предназначенный для ведения боевых действий преимущественно на суше. Сухопутные войска приведены к трехкомпонентной структуре. Первый компонент. Соединения и воинские части постоянной готовности. Органы военного управления. В управленческом звене время прохождения и принятия решений, оно сокращается на целый промежуток бригада, батальон. Вот основное отличие в структуре управления. Второй компонент. Соединения и воинские части сокращенного состава. Третий компонент. Стратегические резервы. В состав сухопутных войск входят мотострелковые войска, основа и ядро боевых порядков сухопутных войск. Танковые войска. Главная ударная сила. Шустрая машина. Мы все друг другу друзья и помощники. Применяются на главных направлениях для нанесения по противнику рассекающих ударов. Ракетные войска и артиллерия. Цель в воздухе. Пуск. Основное средство огневого поражения. Оружие у нас хорошее. Страшное, можно сказать. Войска противовоздушной обороны. Предназначены для защиты от ударов с воздуха. Свернуть агрегаты, подготовить к маршу, к бою! Специальные войска. Предназначены для решения специальных задач. Победа будет за нами. Понял, что ничего невозможного вообще нет. Телеканал «Звезда». Ликбез.